Салют, ребятишки, с вами как всегда Намбат, и сегодня я буду разгадывать головоломки в игрушке The Witness. Итак, здесь у нас типа обучение, наверное, сразу. Ходить вперед-назад, влево-вправо. Мы идем к какому-то выходу. Так, LKM нажимаем. 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 Ничего себе, как это было. Ну-ка, давай здесь, значит, нажал. Сюда, и надо провести. И нажать. Нифига, это типа мы взламываем замок. Ой, мы попадаем в этот чудесный, красочный мир. Тут прыгать-то можно хоть, нет? Ой, это что такое было? Какая-то концентрация внимания. О, какие-то провода, по-любому тут надо будет какое-то электричество подсоединять. Значит, смотри. Оп. Оп. А, дурачок. Вот так. Оп-о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 п. Так, я подал напряжение, получается. Да? О, на shift могу бегать. Ага, вот по этому кабелю пошло сюда. Так, мне надо попасть туда. Ну, это несложно. Оп-оп-оп-оп. Оп, так, подсоединил дальше. Ага, идем куда-то дальше. Сюда, ух ты, тут уже вон какая. Так, ну это тоже несложно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, куда дальше идем? Ну куда-то сюда. А, ворота мы должны открыть были, да? А, еще два надо, да? Чтобы открыть еще два замка. Вот, нужно пойти по этим проводам. Еще запустить по ним ток. Опа. Ага, где-то там. Вот он. О, вот здесь где-то. Есть. Хм. Там еще куда-то надо. Это как? В любую из точек попасть надо или что? Допустим, попробуем верхнюю. Или тут выбор можно... Одну линию запитать. Ага, я понял. Либо одну, либо вторую. Значит, нам нужно вторую запитать, да? Для этого мы идем вот так вот. Пока что нам нужно открыть ворота. А, я обе? Нет, все, та отключилась. Ну, все правильно, я ворота должен запитать. А, либо... Не знаю. Пойдем посмотрим. Да, это сработало. Теперь остался последний штрих, так сказать. Ага, ой, в стену въехал. Так, а с какой точки тут начинать надо? Наверное, без разницы опять, да? А с этой точки-то никак не попадешь, понятно. Это просто усложняют нам жизнь. Подожди. Да-да-да-да-да-да-да-да, вот так. Ой, нажалось случайно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Опа! Ну что, я могу ворота теперь открыть, наверное. Как их открывать? Эй! Что надо-то? Как открыть ворота теперь? А, ну да. Тут же теперь головоломка. Тут как хочешь, просто проводишь. Все. Энергетические ворота открыты. Угу. Куда мы идем? Блин, прикольная тут графика такая, красивая. Вообще все четко. Так, а здесь что у нас? Вау! Вау! Теперь я буду здесь жить. О, какой-то бункер. Ну-ка. Что тут надо делать-то? Не понял немножко. Так. А, может быть, надо не пересечь никаких там черных точек? Нет. А, я их все равно пересекаю. Ладно. Потом попробуем. Так, тут есть еще дорога куда-то. О, ничего себе, я человек. У меня даже тень есть. Нифига. Так. О, это что за домик?
Так, смотрим. Ну, тут, мне кажется, да, надо типа черные точки. А, я понял, надо их собрать обязательно. Вот так. Во. Нужно собрать все. Вот я уже неправильно сделал. Вот так надо было. И так тоже неправильно. Ах вы. Вот так вот. Во, вот так можно. О. Так, опять неправильно. Давай вот вот сюда. Во. Ух ты. Тут у нас дается два варианта выбора, да? Попробуем. Ага, ну тут точно вот с этого надо начинать. Вот так вот. Оп. Тут целых три точки дают. Попробуем отсюда. Ой. Ой, ой. Все, я все сделал. Зачем-то я это сделал. Так. И что я сделал? Для чего? Это тупо тренировка, да? Можно теперь вернуться, наверное, к той двери, попробовать ее сразу открыть также. Ну хотя там еще какие-то белые были, про которые я, наверное, пока не знаю. А, нет, не, ну да. Так, ну давай попробуем. Угу. Ну это значит, надо точно не с этой точки начинать, потому что надо вот так вот сделать. Вот так, вот так. Тихо-тихо-тихо. Вот сюда. Не, нифига, не работает такое, да? Ладно, пойдем. Надо узнать, как остальное разблокировать. Получается, сейчас мы здесь где-то это и узнаем. Га, тут мир-то огромный. О, вот оно. Черное и белое. В смысле? Между ними надо проводить? То есть, если я вот так проведу, не сработает. Да, надо между черным и белым, чтобы проходила линия. Ну все, понятно теперь. Воу, а здесь уже сложнее. Ну, хотя... Вот так. Но это ничего сложного, по сути. Ага. Ну, я тут что-то не совсем понял тогда, как надо сделать. А, ну, надо эти белые от черных отделить. Вот так. Все, понял. Так, следующая, да? Вот так отделяем белые от черных. Потом идем сюда, отделяем вот эту вот. И все, это ж просто. Так, 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 так. Опа. Ага, значит не так. Значит вот так. Оп, 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 оп. Вообще легкотня. А вот здесь... Так не прокатит, да? Ага. А, типа надо их просто выделить одной областью, чтобы в этой области не было ни одной черной. Все просто. Так, получается, как же нам тот бункер-то открыть? Нужно все белые обвести и все черные точки собрать. Ну-ка, пойдем попробуем. Сейчас должно получиться, наверное. Так. Ага, все белые обвести одной областью. При этом не захватив туда черных и собрать все черные точки. Но это не просто, это очень сложно. Да, точно не отсюда надо начинать. Допустим, вот так, да, вот у нас получается одна область, белая пока. Вот. Вот. А, и все. И все, и все. Значит, надо начать... Так, 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 вот здесь начать. Вот, собираем белые. А, и тут не пройти. Ну все, а здесь, если я начну, я тоже не смогу. Ха. Ха. А, значит, надо было вот так. Вот. Все. Решение найдено. Хоп, хоп. А, блин. Значит, вот так. А если я так сделаю, я потом не выйду отсюда, да? Блин. Что-то не то. И не в этой точке, и не в этой. И не в этой вроде бы и не начать. А можно, например, вот... Я вот так начну, такой хоп. Хоп, его возьму. Нет. Что-то тут тогда вообще я не могу пока придумать. Какой план действий у нас будет. Да. Ну так же не пройти. Получается, нужно отделить фигуру так, чтобы черных там не оказалось, да? Давай попробуем вот так.
Так, вот. А, нет. Наверное, так неправильно. Еще эти надо отделить как-то. Ну это... Нет, это что-то неправильно. Надо подумать. Так, как же нам поступить-то? Ладно. Ой. Так, пойдем отсюда. Вернемся сюда когда-нибудь попозже. Когда будет больше опыта в таких делах. Что-то я пока и так и не понял, как ее разгадать. Там тоже дорога? Нет, не дорога. Угу. Идем сюда. Оп. Фига тут какой комплекс. Опять вон провод какой-то тянется. Так, что здесь? А, нифига себе. Двумя сразу управлять. Оу, а это что? Тут ничего нельзя сделать с ними. Или можно толкнуть, может как-нибудь? Не, нельзя. Ага, здесь идет провод. Это что за стиральная машинка? Так, он идет сюда. Сюда. Поверху перекидывается. Сюда, тут какие-то солнечные панели, что ли? Солнечные батареи. Так, идет дальше. Во! Ага, здесь ворота. Ну, давай вот откроем, попробуем. Хоп! Ага, здесь нельзя. Тогда вот так, так и вот так. Ха, блин. Стороны никак. Центр нельзя. А, вниз, сюда. А что там, тупик, да? Вот так. Сюда. Оп. Так. Идем так, так. Тут, в принципе-то, просто. Смотришь за одним. Ага, второй не может пройти, делаешь вот так. Второй опять не может пройти, делаешь вот так. И все. Ого. Подожди, а их там 4 было, да? 4. А, один здесь, а можно с крайних начать, да? С этой можно? Вот, можно с крайней. Пойти сюда. Так, вот сюда. Вот так вот сюда. Давай, давай. О, все, да? О, отлично. Фига себе, это мост. А дальше что? А зачем я это сделал? Я же там упаду, наверное, и утону. Я не буду туда прыгать пока. Так, здесь у нас все типа работа. О, вот оно что. Ох ты, ёк, макарёк. Да вот так. Так. Ага, не может. Значит, сюда, 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 сюда. По прямой он не может. Мы его повернуть тоже не можем. Значит, пойдем вот так. Сюда не может. Так, подожди. Прямой там не может. Значит, вот. Блин, подожди. А, через центр мы не пройдем, да? А, во, вот так. Есть. Так, пошло дальше куда-то. Теперь надо здесь включить. Оу. Не-не-не. Ну ладно, давай так. Так не может. И не проходит, не проходит. Сюда не проходит. Сюда не проходит. Значит, вот сюда. Ау. Что за фигня? А, тут преграда. А тут для этого преграда. А тут для этого преграда. Блин. Значит, вот так. О! Так, следующее. Вообще с первого раза. Ого, это что за фигня? Так, сюда. Сюда, сюда. Она такая же, как предыдущая была. Один в один. А, они все одинаковые были, серьезно? Так, куда мы теперь запустили наш зеленый проводок? Так, тут мы типа открыли с этой стороны, да? Ага, ну пойдем посмотрим. Блин, такая графика офигительная просто. Смотрите, какая красота. Я бы просто жил в таком мире. Так, куда мы дальше-то идем? Ага, тут дверка. Назад. Давай. Подожди, что надо собрать все черные штуки, да? Ну, значит, вот. Так, 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 хоп. Все,
Легкотня. О, тут закрыто. Надо ее как-то, типа, запустить, что ли? Пойдем. Ай. Типа, это солнечные панели, да? Или что? И от них электричество вырабатывается. Угу. Тут двумя сразу. Ну, это несложно. Здесь вот так. А, блин, там еще одна была. Значит, вот так. Здесь мы сделаем вот... неправильно. Значит, надо вот так пройтись, потом вот так пройтись. Блин, не так. Значит, вот так пройтись, потом вот... Собака, а? А, вот так, вот так, вот так. Нет, так тоже нельзя. Блин. Как? Как тогда пройти-то? А? Блин, а? Вот так-то могу? Нет. Вот эту я взял. Теперь я должен вернуться вот за этой. Но я тогда не возьму ту. Что за хрень? А если вот так? Ага, вот так. Во! А, блин, подожди. Здесь не берется, здесь не берется. А тогда вот так. Да. Блин, тоже нифига. А, какая-то фигня. А если мы возьмем эту? Потом возьмем эту, потом... Блин. Надо эту брать. Ну, допустим... О, я вроде все собрал же, да? О, отлично. Фига, сам не понял, как так получилось. Так, теперь мы идем. Не все собрал, да? Вот здесь где-то. Прямо и сюда. Так. О, нормально все. Получилось. А здесь что будет? А куда идти надо? А, либо сюда, либо туда. Хоу. Значит, надо вот сюда заходить. До конца. Блин, не получается. О, офигеть. Я это сделал. Так, куда нас ведет этот трос? Тут какие-то желтые и зеленые появились. Одни типа для одной, другие для другой. Ага, это для меня. Ой. Нет, вот так. Вот так. И вот так. Так, стоп, это не мое. Как мне... Ой, тихо. Так. Сюда, сюда, сюда и сюда. Чего? Че не так-то? Вот в эту? Не понял сейчас. Че не так делаю-то? Собрал все вроде. А, желтый. Подожди, так я же желтый брал. Вот. Сюда не пошло, сюда не пошло. Как так-то? Че не про... А, может быть мне надо этим вот сюда куда-то просто. Ну да, он показывает, надо... Ой. Вот он показывает собрать вот эти штуки. Ну я их собрал же. Вот, я вот так сделал, все, собрал. И чё? А, она остановилась. Ха. И так неправильно. Почему? Так, ну им тут никак по-другому-то не пройти. А если так? Ой, блин. Ну-ка, допустим. Эть. Ну, неправильно, типа. Так. Вон оно чё. А как? Тогда. Подожди, а надо... А, вот, начинать надо с другой стороны. Я понял. Вот так. Ёлки. Нужно быть таким внимательным. Офигеть. Так, тогда мы начнем здесь. О, еще и черные надо собрать. Охренеть. Ну, черные может любой собрать цвет, я так понял, да? Смотри, берем. А, и на выход не попадем так. Сейчас. Ага, так не пройдет. Значит, все-таки вот так. Вот так. Блин.
Если так. Ё-моё. Значит, надо вот так. Ну так. Ага. А ну пусть так берет. Во, все, не проблема. Оп. Фу. Надо взять эту. Да, тут, конечно, как-то сложновато. Давай вот так. Тогда я тут не беру. Если я тут пойду. А, вот так. Угу. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так, вот так. А вот так вот. Блин, одна черная осталась. На как же ее надо взять тогда вот. Блин, значит надо было как-то. Знаешь, как вот так. Блин, не получается. Ну, здесь напрямую. А тут никак. Если этот сюда, то этот сюда. Ай-яй-яй. Так, значит, надо начать по-другому. Сюда. Потом обратно. Зараза. А там желтую-то я не взял. Чтобы ее взять, надо вот так тогда пойти. А так неправильно. Значит, все-таки изначально надо идти вот так. Так я не смогу. Сейчас только сюда. Допустим. А, здесь пропустил. Значит, надо эту брать. А, ну, вот, можно вот так попробовать. Еее, получилось. Офигеть, ну это уже было сложно. Так, куда-то туда, короче, ушел кабель. Надо пойти поискать. Куда он там ушел? Куда-то туда ушел, вот сюда, да? А, вот он пришел сюда. Вот, да, я там разгадал, он пришел сюда. Это что у нас такое? Все то же самое. А, все. Порвал. А, там выход. Еще и выход с той стороны. Надо так тогда. Если так взять. То все, здесь встречаемся. Тихо назад. Так, а если вот так как-то. Ага, здесь не берет. Значит, попробуем отсюда. Так, сюда, сюда, сюда. Блин, нет. Ага, хрен там. Хрен тебе. Вот так, вот так. Тоже нифига, блин. Тогда сюда пошли сначала. Взяли. Здесь надо вот, вот этот желтенький взять. Ну, или вот так. А выход-то уже с той стороны. Причем зеленый должен туда уйти, значит, надо. А. Но если я так сделаю, уже не возьму. Да. Что-то, блин. Пробуем в эту сторону все-таки. Так, а там зеленый, там нельзя. Значит, вот так. Сюда, сюда. Сюда нельзя. Блин. А, ну нормально, пока все нормально. Вот, все, сюда повернули, сюда поверну. Блин. Да, вот так вот. Вот. Ну а дальше уже можно вот так пройти. Е-е-е. Так, а здесь что? Здесь надо за желтого, да, больше собирать. У него слишком до хрена. Ага. Вот так же можно. Е-е-е. Что-то легко так получилось. Уху-ху. Тут вот уже сложнее. Тут 4 варианта начала. Ну, в принципе-то чё? Ага. Так, так, так. Ага. Нет.
Так тоже не берется. Блин, значит голубым здесь начать. А, нет, точно не так. Ага. Ну вот, все, в принципе, прошел. Оп. Оба. Так. А, подожди, а где желтая? Что-то ее плохо так видно. Нифига. Желтая вообще бледнеет что-то. Энергии мало. Я, видимо, не смогу последнюю пройти так. Блин, я не вижу. Тут надо подвести желтую, что ли, или что, или это так задумано. Куда она идет, интересно? Вот так я смогу? Нет. А желтой нет, типа, я сейчас смотрю. А, нет, она есть. Просто я с ней, типа, пересекаюсь. Так, значит, надо сейчас на этот по памяти, да? Типа, вот так мы берем желтую, потом идем сюда. О, прошел, да. Просто желтую не видно. Вот это фига, если что-то. Вот так вот я желтой беру, а потом просто забираю. Ой-ой-ой, все, что мне нужно. Ай, так это еще легче. Так, а здесь я желтую вообще не вижу. Ну смотри, иду, вот взял желтую одну наверху. Повернул сюда, сюда, взял эту, эту. И вот. Ай! Тихо-тихо, что такое? А, я с ней здесь толкнулся. Ха! Как это так? Ну-ка, ну-ка, дай подумаем. Вот я ее так прошел, если. А, вот так надо, наверное, да? Ха! Это же вообще легкотня. Так, я, походу, открыл там наверху ту дверь, которую нельзя было открывать. Да? Ну да. Здесь что? Здесь одинаковыми. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Давай так. Все. У-у-у. Фига себе. Ну давай. А что делать-то надо? Просто пройти? Нет? Как это? В смысле? Что не так? Идти по самому, типа, длинному пути, может, надо как-то, нет? Не знаю. Что-то не работает. А здесь что? Так, ну вот здесь понятно. А-а-а, там не видно голубую, но надо собирать, короче, эти штуки. Охренеть. Типа надо все собрать, но голубую там не видно. А-а-а, вот это да. То есть они где-то тут есть, но ты их не видишь, и нужно тупо вот... А, или на... Ну-ка, если повторить просто за желтой. Смотри. Да, наверх, потом вниз. Ну-ка. Так, наверх, потом вниз, до конца, наверх. А, повернуть здесь направо, вверх, зигзагом. Ага. Ну-ка. Вот так, сюда, вот так, так, вот так и вот так. Есть! Ха! Так это же все просто вообще. Так, а здесь теперь надо все собрать, да, опять? Ой, сюда. Сюда, 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 сюда. Опа. Так, теперь здесь надо так же сделать. Получается налево вниз. Потом в центр наверх до вот этой перемычки. Потом направо вот так обходим. Через низ вот сюда заходим. Так, смотри. Налево вниз, вот так сюда. Вот так обходим, вот так. Опа! Так, осталось последнее. О-о-о. Так, допустим, берем вот эти, берем вот эти. Во. Так. Ага, теперь здесь. Начинаем с правой. Налево вниз, опять до перемычки. Опять также наверх. Ну и там все симметрично практически. Потом вот до низу. Это же вообще легко. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Ой. В смысле, я зафейлил? А, погоди. Не понял. Что случилось? Она погасла. А я это уже сделал. Что надо-то еще? Фак. Что происходит-то? Я ничего не понял сейчас.
Я сейчас вообще ни хрена не понял, что произошло. Почему они погасли? Может, надо эту теперь отключить? Вот, отключил. Ну и что, теперь эту отключить? Какая-то хрень происходит. Ну вот, эту я прошел. А, так они все гаснут. Что за фигня? Допустим. А, это не гаснет. Собака. А, ее надо по новой проходить, что ли, или что? Ну, допустим, сейчас возьму да пройду. Во, энергия пошла. Охренеть можно. Все по новой. Так, тут, по-моему, вот так как-то было. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, теперь... А, я тут что? Вот так, по-моему, как-то было. Ага. Не, охренеть можно. Это же что такое? Давай тогда сначала все желтые сделаем. А я ее легко, кстати, сделал. Как-то вот так. Вот, все выполнил. Блин, я там также сделал. Че она погасла-то? Так, здесь надо вот так, по-моему, было. Вот, все работает. А, так, главное не ошибиться. Получается, а то все по новой придется делать. Так нет, тут же вот. Я так и делал же. Вот сюда, сюда, вниз, вот так. Ой. Она зеркальная. Еще и по вертикали. То есть. Здесь я вниз делал, здесь я тоже вниз делал. А здесь наоборот. Получается, налево вверх. Там сюда, 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 вот так. Ага, ну-ка давай. Вот так, что ли. Это что такое? А, это типа надо открыть. Ух ты. Вау. Ракета сейчас какая-нибудь, да? Что за трансформер? Это мой кубок за победу. И все? И все? Что это за фигня? Куда он-то туда смотрит? Ну, короче, надо идти дальше. А. Он еще шевель. Вот. Он показывает куда-то направление. Он энергию, короче, запустил. Прикольно. Ну что ж, ребятишки. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если хотите продолжение, обязательно пишите в комментариях, что вы этого хотите. Ну, не забывайте подписываться на канал, Дискорд и ВК. Всем спасибо и всем пока.